В региональном этапе спартакиады пенсионеров России сборная команда ветеранов Сарова участвует 10 лет и неизменно показывает высокие результаты. В этом году в Кулебаках саровские спортсмены соревновались с участниками из 14 команд юго-западной зоны в ГТО, легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, дартсе, стрельбе из электронного оружия. Каждый участник выступал в своем виде спорта. В легкой атлетике выступало 4 человека. Два мужчины и две женщины. В остальных видах по одному человеку. Один мужчина, одна женщина. Ну и, значит, легкоатлетов увезли на какой-то старенький заброшенный стадион, где их чуть не заела мошка насмерть. Но ребята стойко выстояли и показали великолепнейший результат. Коляскина Светлана первое место заняла. Андреев Александр второе место. Также серебро у него. Соревновательная программа в плавании включала дистанцию 50 метров вольным стилем. У саровских пловцов конкурентов в этом виде спорта почти не было. Они взяли первые места. По итогам состязаний команда Сарова шла на втором месте после ВИКСа и отставала на 6 очков. Решающими стали партии в настольном теннисе. У женщин самая интрига была. Это Капитанова Юлия. Болели там буквально все, потому что это был самый длительный процесс, настольный теннис. Капитанова Юлия заняла также достойное третье место. И Павлов Виктор среди мужчин также занял третье место. И мы опередили в итоге команду ВИКСы на 3 очка. В состав команды Сарова вошли представители муниципальных предприятий, сотрудники ВНЕФ, как пенсионеры, так и работающие. Ветераны вложили немало и физических, и моральных сил, чтобы достойно представить город и вырваться в лидеры спартакиады. Для команды это серьезная и значимая победа. Сложность была в том, что многие это уже как бы свой спортивный интерес теряют, но многие оставляют спортивный интерес к соревнованиям. И нам надо было составить команду, состоящую из 6 человек мужчин и 6 женщин. Конечно, нам повезло, и не только как бы повезло, но это естественно, потому что мы первое место взяли, но это достижение. В любом случае, нашими пенсионерами мы гордимся. Теперь спортсменов будут отбирать в сборную Нижегородской области на всероссийский этап спартакиады.